А в зоне АТО боевики не прекращают обстрелы позиций наших военных. Под Авдеевкой ввели огонь из танка, а на Мариупольском направлении из установок залпового огня «Град». Что происходит в одной из самых горячих точек на линии разграничения? В сюжете Геннадия Вивденко. По крайней мере, вот эти крайние сутки на этой позиции в районе обороны Авдеевки враг не бьет из тяжелого вооружения. Однако все время прощупывает наших бойцов из пулеметов, стрелкового, другого вооружения. Практически целые сутки возле укрепрайона шахта Бутовка провокационные обстрелы. С нашей стороны тишина, молчим, потому что огонь ведется практически, можно сказать, не очень прицельно. Поэтому не провоцируем. Открываем огонь. Была команда открывать огонь только в том случае, если будет явная угроза жизни, здоровью. Но пока такого нет, молчим. На днях здесь погиб гранатометчик, молодой парень. Пока более суток здесь не слышно тяжелых разрывов. То, что они укрепляются, это да. Слышны там и работы, и топора. Скобы забивают бревна. Это да, копают. Так, не наглеют, во всяком случае. В открытую не ходят, не понял. А по ночам есть провокационный огонь, открывается. Вот это примещение, например, что вы бачите перед вами. И в основном, это, допустим, работа тяжкого вооружения, артиллерии и, скажем, танчики. Сегодня вражеские танки обстреливали соседние шахты укрепрайон. Обстрелы такие хаотичные. Не было еще такого дня, чтобы противник не навязывал нам войну. Каждый день у нас обстрелы. Пока враг лишает надежды на затишье. Пару часов тишины, затем снова обстрелы с той стороны. Вночі здавалося, що зменшена ескалація конфлікту, розпочали обстріли на двох напрямках, на Маріупольському і на Донецькому. Стріляли стрілецькою зброєю, декілька всього було обстрілів з гранатометів, але на ранок вони вже показали дійсно, як вони ставляться до відведення, до розведення і до перемир'я. Вели вогонь по наших позиціях в районі Водяного, це на Маріупольському напрямку, з реактивних систем «Град Партизан». Бойцы шахты достают свою реликвию – флаг роты, привезенный для них одним из волонтеров из Белой Церкви. Не-не-не, мы бережем его, не вешаем ничего. Да, тут вывесишь, папа. Все, военная так. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности. Телеканал «Интер» из Донецкой области.